Считаю, Саша является очень сильным соперником, опытным. Желание закончить будет досрочно. Как это будет происходить, я не знаю. Я готов и работать по стойке, я готов и работать с партнером. Он рост и крепкий, хорошо бьет, работает ногами, бьет качественные сильные удары. Ну и опытный боец выходит для того, чтобы победить. Настраиваюсь серьезно и хочу показать серьезный, интересный и красивый бой, чтобы мне понравился этот. Пожелание. Делать все то, все, что знаешь, не жалеть себя, не жалеть меня. Показывать хороший, красивый бой. Удачи. Если ничего добавить, дамы не и господа, представляю вашему вниманию супербой в весовой категории свыше 93 килограммов. В синем углу ринга спортсмен из клуба «Альфа Джим» Латвия. Встречайте, Константин Глуха! Александр Емельяненко, мы знаем, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, поэтому в партере преимущество Александра, в стойке у Константина. Константин Глухов, Альфа Джим, Латвия. Хорош. Могуч, конечно. И его соперник в красном ринге представляет клуб АЭ Тим Санкт-Петербург. Встречайте, Александр Емельяненко! Спортсмен красного ринга, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта международного класса по боевому самбо, Александр Емельяненко, клуб АЭ Тим Санкт-Петербург, в красном углу ринга! Спортсмен в синем углу, 32 года, вес 109,2 килограмма, рост 187 сантиметров. Профессиональный рекорд. 24 победы, 10 поражений. Его соперник в красном углу ринга, 31 год, вес 116,3 килограмма, рост 192 сантиметра. Профессиональный рекорд. 20 побед и всего 5 поражений. Константин Глухов против Александра Емельяненко. Сейчас глядя на Федора, который стоит у Саши за правым плечом. А рефери в ринге Марко Бройсон Голландия. Федор сам не учит плечо Александра. Вот его понять. Любопытно. Посмотрим. Формат 3 раунда по 5 минут. Правила не изменились. И давайте смотреть. Конечно, мы с вами ждем чего-то прям вот. Но не может же такое событие завершиться просто так. И чемпионат России по смешным боевым единоборством удался более чем и те бои. Челленджи, которые мы с вами наблюдали, тоже классно. Здесь, конечно, тяжело искать эмоции после изумительного сначала кстати поединка Розанта Кокорни. Это бой, который хочется посмотреть. Да, внимание на ринг. Из зала Александру советую держать руки повыше. Ну, имеет смысл, конечно, этот совет. Потому что по-прежнему низко опущена левая рука Александра. Это ему уже не раз служило плохую службу. Вот, видно, что Константин более заряжен. Он так акцентирован очень. Александр прямой бросил, попал четко в нос. Интересно, очень стойко, вот Константина такая размашистая. Не широкая, но при его мощи, в принципе, есть. Да. На это все основания. Такая даже больше борцовская. О, она уже да. Но касательно прошел, поэтому не сильно прошло. Что это было? Интересное исполнение звукорежиссера. Музыкальный подарок, видимо. За это по голове бьют.
за такие музыкальные подарки. Раз, два, три. Хорошо попадает. Хорошо очень. Оксана боксирует очень хорошо руками. Ногами мало работает, вот руки у него очень быстрые. Единственное, что меня немножко удивляет, что в боксерском стиле Александр, он работает больше как легковес, то есть как темпер. У него очень град ударов, то есть он не заряжается на один удар. Ну что, и вот будет сейчас переводить в партер. Тот вопрос, который волнует многих, поскольку Саша в партере очевидное преимущество. Искарина очень хорошо прошла у Константина по селезенке Александра. Ого! Обратите внимание, как и гематома там уже наливается. Да, я, кстати, Гаячок тоже этот удар не заметил. И дали колено. Ох, еще раз. Бросовый. Да что такое-то? Александр с ним... Хорошо, Ну, Константину не привыкает зарубаться очень трудно. Да. Есть боксер, тайский боксер, ударник. Конечно. Да, это способный его сбить с настроя. Но Александр тоже тяжелейшие удары. Размен. То, чего ждали. Еще попытка по печени крючочка такого запустить. Ну, даже если Константин не планирует нокаутировать печень, то, по крайней мере, Александр опустит руки. И это откроет голову. Ну, это классика. Ну, классика, учитывая то, что он еще и ногами чувствует. Смотрите, Саша, в принципе, еще успевает хорошо уворачивать от пущенных атак. Хотя насколько ему это сейчас выгодно? Это касается на выставке. На встречу, раз, два. Перков хорошо был Александр. Пока бой равный, мне кажется. Сечка у Александра нашивается небольшая на правой брови. Да, мне страшно пока. 3 минуты первого раунда прошли. Дыхание захватывает. Очень плотный бой. Пока заметить стойки все. Александр не торопится переводить пасы. Может быть, думаешь, что всегда успеет? Тоже верно. Александр действительно неплохо боксирует. У него... Есть шансы закончить бой в стойке. Но видите, что происходит. Пошатнулся Константин. Да, и смотрите, Константин начинает промахиваться. Сейчас уходит обратно в высокую стойку. И Александр его вынуждает двигаться довольно много. Как думаете, Дмитрий, дойдет до третьего раунда дело? Что нет. Почему? Согласен. Потому что он был уже в первом раунде, много пропустили и много попали. Кто-то другой. Хорошо, молодец! Причем перекрылся, хорошо. Хорошо. Константин ударил. Сейчас мы не решали очень. Хотя нет, здесь уже нет. Позицию. Так можно было через руку, в принципе, попробовать. Да. Но упустил момент. Можно, но у Александра здесь все возможности, поскольку сотрудник, безусловно, знает, как работать. Партер и физической силы очень немаленько обладает, но ему это не выгодно делать. А 30 секунд до конца первого раунда. Здесь в своей стихии Александр. Поприхватил. Ну, уже вспотел, хотя скользкие ноги, сложновато. И зрелище будет продолжено. 20 секунд до конца первого раунда. Тем интереснее. Александр потирает глаз, он кровь немножко заливает. Ну, плотный, очень плотный раунд на равных. Попал правый боковой. Александр выстрел. Вот, в общем, данность. И здесь вообще по-другому все. Он нельзя сказать, перестал пропускать, но здесь соперник, конечно, стоит с такой именно ударной базой. Но есть что, есть тейкдаун. Да. И вот и все. Есть. Как заряжен Константин. Присаживается на заднюю ногу. Заряжается. Разорвать дистанцию, смутить. И как двигается все-таки? Я смотрю на то, как двигается Медведев. Очень хорош. Александр наносит удары, при этом сближается. Не дает возможность контратаковать. Все очень грамотно. На контратаку нарвался немножко.
рассечение продолжает кровоточить, но в принципе не мешает. Да, не попадает сейчас в глаз, просто по щеке стекает. Попал, Александр попадает, это джебы, левые джебы все проходят. Здорово. Да, вот это Саша научился очень здорово в последнее, то что заметно сейчас по технике, качать своего соперника. Он как-то всех приучил, на самом, дорогие друзья, то, что я иду вперед и не останавливаюсь, а здесь, обратите, как раз да, работа раздергивает. На вперед-назад, и соперник проваливаться начал. Ну да, раз попал, два попал, три попал. Александр почувствовал момент, что приплыл немножко Константин, и здесь пошел в диване. Константин потерялся немножко, действительно, советник. Второй и еще раз по корпусу. Ну да, любитель по корпусу работать. Александру нужно этим пользоваться и контратаковать голову в этот момент. В других вариантах. Там, конечно, ловить момент правильно. Нужно открыться и получить накал в печень. Ох, аккуратней. Вот этот боковой удар скользящий. Почти попал. Ногами почти не работают уже бойцы, все больше в боксерской манере. Ну, конечно. Куда с такой массой? Только ногами мотать. Попадает в корпус. Выцеливает и попадает. Уже, конечно, послабее. Да, он подустал. Константин Замедов как-то сдает Жене Хавицкий сбоку. Балата Константин с стартером. Коуч, come on, давай. I stop, if you go. Вон отсюда. Рефери говорит, да, самый любой, если будешь мешать. Ну все правильно, есть как бы, этика поединка. Правила едины для всех. Не надо их, да, приделывать и передумывать. А вот сейчас Тимур, со стартом на плечевой. Не выходит. Что там за всеми фотографами? А, отлично видно. Хорошо. Позиция сбоку, рабочая, можно и по голове постучать. Сейчас кровь и пот на стороне Константина не помогают ему уходить от. Ну отсюда никуда не денешься. Я имею в виду болевые. Сейчас на середину задвинут. Попытка Кимуры была и соскользнула рука. Вот Александр удивляет. Удивляет очень сильно тем, что действительно работать он очень серьезно начал. Да. Рост очевиден. Ну что, попытка задушить. Да, да, через руку. Там идет давление на шею. Приятно такое. Самбисты приятно. Тащит. И снова Александр пытается. Вот, все. Очень болезненно. Вроде такой... Сложно понять, что происходит. Вот он давление на шею очень серьезное. Ну, да, первое болючее, а второе... Спирает дыхание, естественно. Крайне неприятно. 40 секунд до конца второго раунда. Бой по-прежнему равный, что, конечно, у Александра преимущество плохое. Сейчас будет пробовать через руку дышать Александр. Сейчас нужно подбить локоть. Попробует. И продвинуть. Да. Через руку. Кровотечение усилилось. Александр, к сожалению, заливает соперника. Два, три. Ну, все попадает, все туда. У Саши преимущество сейчас. Вполне себе зримое. Секунд, но я думаю, уже, наверное, дотерпит Константин. Дотерпит до третьего раунда. Полноценно. Тем интереснее.
тут план на бой был совершенно другой. Во-первых, показать, что я не боюсь твоей ударной техники. А подсаживаться против ударника такого уровня, сразу показывая, я не буду с тобой биться в стойке, я с тобой буду бороться. Саня, внимание, левушка! Но это тоже неправильно. Под заплывы глаз обратить конечно, внимание. Заплыл совсем уже практически. Да. Почти закрылся. У Константина. И рассечение на левой брови. И недобрая улыбка. Перед началом третьей пятиминутки. Я думаю, что если считать по очкам, то Александр выигрывает. Согласен. Сам по себе удар или сам по себе бросок, как это неоднократно уже упоминалось, он ценности не имеет. Какая разница, кто кого бросил, с какой амплитудой. Не, ну судьи оценивают именно тейкдауны, переводы. Да. Но только если ты после этого остаешься в доминирующей позиции. А если ты бросил, этот человек улегся, то засчитают как контратаку. И тут бросок первичный, касаемо лопатками, грубо говоря. Никому не интересен. Ладно. Стаскивать сейчас будет Паркер Александр. Тебе тяжело дышит. Ага. Устали оба. Ну, одинаково устали, мне кажется. Кстати, надо заметить, что Александр функционалки очень прибавил. Отлично, снова получили. Боковая позиция, и здесь уже можно работать. Вот тянуть ли на удушающий, а зачем? Всеми силами сейчас Константин пытается Александра от себя оторвать каким-то образом, но тут, я думаю, как раз умений не хватит. Снова сейчас попытка Кимуры, видимо, будет рычаг локтя. Да, весь ринг уже в крови. Но прошу, тут не одни, да, тут да. Не одни постарались уже. Да, хочу заметить, крови много, но никакой агрессии. Всегда после каждого боя бойцы обнимаются, пожимают друг другу руки. Вот все очень уважительно. Это спорт, дорогие друзья. Это не драка. Это спорт мужественных людей. Я очень надеюсь, что смотря такие поединки, многие ребята в России, не только в России, пойдут в спортзал. И тем временем Кимура. Выскальзывает рука, но в принципе можно. Нет, все-таки очень ходная, пота много. Крови. Да и устали уже. Устали, да. Ну, куда деваться. Хотя попытка болевого, как она есть. Хорошая попытка такая, рабочая. Сейчас второй раз еще будет пробовать. Я думаю, что она пойдет, получится. Константин понимает, чем ему светит этот прием, но умение, чтобы скинуть самбиста уровня Александра Емельяненко, я думаю, что просто не хватит. Федор советует, Александр, не отпускай, мучай. Мучай, все правильно. Ну, здесь доминирующая позиция, конечно. Все правильно делается. Раз-два. Мощнейший, тяжелейший удар. Очень внимательно смотрит. На грани отключения находился в какой-то момент Константин, но вытерпел, выстоял, а Александр наоборот сейчас. Сам до ринга переносит складку. Да. Рефери. Ох, как устали. Все в крови уже. Да, с точки зрения функционала это все очень-очень непросто. Наелись, есть такой термин, как раз. И кто-то другой. Кто ударов? Ох, как глаз закрылся вообще. Да, там щека распухла даже, он серьезно. Я не обратил внимания, по-моему, до боя уже было Константин. До боя что-то, да, небольшая, да, гематома была. Сейчас она разрослась. А сейчас после гематома Александр продолжает набрасывать, но выбрасывает очень здорово. Вставляет ноги, Константин все правильно отталкивает, пытается выползти, но Александр тяжелее и опытнее партнер, и тут, конечно, один только шанс у Константина это зафиксировать Александра, завязать, ждать, как это на стойку. Сам он не уйдет, я уверен, сам он не сможет уйти. Усталость, просто недостаток техники все-таки. Валтара и... Мне думалось, что в первом раунде все закончится нокаутом с той и с другой стороны. Но тем не менее, такой бой показали. Вообще сегодняшний турнир богат такими поединками. Ну, зубах, что называется. Предыдущий. Хорошо, знаете, такие надо смотреть. Такие как раз и надо смотреть, показывать.
Характер именно. Характер. Ни одними нокаутами, ни одними болевыми. Подвалился! И удушающими живая ММА, как раз она жила, в том числе и такими. Поединки двух очень неуживших соперников, каждый из которых сдаваться не будет. Да. Здесь уже, по-моему, оба глаза заплывают, и кровь заливает просто, и веселин. Знаете, лучше пройдет за втрайды, как год 2003-2004. И бойцы выглядят соответствующим образом, уже оба причем. И при всем при этом обратите внимание, Константин, он принял на себя уже очень много ударов. Александр, понятно, и сам подустал, но бой он ведет, ведет практически в одну калитку, и сейчас... Ну что, сейчас попытаемся задушить... Да нет, задушить-то, скорее всего, нечем. Да нет, можно, конечно, рассчитывая на усталость зачем? Соперника. Да. За 20 секунд, когда ты ведешь бой, не сможешь потратить силы. Еще удар прям включается, слышно. С таким хлопком, все здорово. Ну, если каких-то чудес не произойдет, то... Только Александр Емельянов и... Ждем судейское решение. Хороший бой, спасибо. Спасибо вам. И так нестандартно. До объявления результата уже пошли пожимать руки в углы. Я думаю, здесь все довольно очевидно. Поэтому здесь остается дождаться именно только официоза, после чего и чемпионат России, первый в истории по смешным боевым единоборствам, и очередной челлендж. Очередной. И единогласным решением судей победу одержал спортсмен из России!